наступило потепление. Видите, как все тает. С крыши бежит вода. А я продолжаю ловлю птиц. Сейчас я вам продемонстрирую. У меня снова трофей. Немножко сменил метод. Если накануне я ловил с дерева, то сейчас поставил на землю. Ловлю с земли. Посмотрим, что поймалось. Друзья, вон вдалеке стоит западок. Прям на снег поставил. Вот видите, тропиночка идет. Вот она. И вот там западочек. Я отсюда вижу, что эти поднялись вверх, эти курочки. И кто-то там сидит. Сейчас ближе подойдем, посмотрим. При ловле на земле вот таким образом надо не забывать, ну, допустим, опасность. У меня, допустим, кошки. Да, наверное, у всех кошки. Так что имейте в виду, когда ловите на земле, будьте недалеко от этого хлопка, чтобы мониторить, чтобы кошки не напали. Сейчас подойдем, посмотрим. Мне кажется, а вот даже тут что-то произошло печальное. А, синица перебила голову. Видите, как схватила синицу. Сейчас будем ее быстренько спасать. Я надеюсь, мы вовремя подоспели. Так. Смотрите, синица в замирании, но она дышит. Проснись, опасность видно позади. Кому? Вот она. Вот, вот так лучше видно. Ну, слава богу, что все хорошо. Так, кто там еще у нас поймался, я не успел рассмотреть. Сегодня солнечный день. А, друзья, там снова синица. Вернее, не снова синица, а еще одна синица. Наверное, все-таки я подвешу. Но вчера ловил я и за весь день вот это поймал. А, нет, вчера я никого не поймал. Это позавчера съемку делал, два щегла в одну калитку залетели. Так, это у нас синица. Мы ее снова выпускаем. А, тоже туда же, на дерево. Вот такие вот новости сегодня. Пойду еще посмотрю, что там с этой синичкой. Ну, сидит, пока не улетает. Вот она. Шевелится, все у нее нормально. Вот. Друзья, синица, которую немножко придушили. Ну, я думаю, она отойдет. Ну, думаю, отсидится, и все будет хорошо. Пугать, наверное, не стоит. Вот видите, я начинаю палочкой стучать по дереву, она отзывается. Я думаю, пока беспокоить не будем, пусть приходит в себя. Сейчас она отойдет, я думаю, полетим дальше. Друзья, снова кто-то поймался. Ух ты. Редкая гостья. Синица Лазаревка. Знаете такое? Это одна из разновидностей синиц, которые водятся у нас здесь. Какая она красивая, прям синяя. У нас тут есть синица большая московская, всем известная, только что была. И вот за ней последовала синица Лазаревка. Видно вам, да, ее расцветочку? Кто не знает, посмотрите. Сейчас будем отпускать. Очень уж нравится синичка мои семечки. Вот так выглядит синица Лазаревка. Уж очень больно кусается. Клюв острый. Ну, пускай летит.
Все, отпустили. Так, снова заряжаем, снова в укрытие, ждем, ждем щеглов, когда же они появятся. Кстати, ловлю я, видите, в жилой зоне, вот, дома везде, вот, межа огорода, ну, а тут уже вот степи, посадки. А там дальше, если подняться, там прям птица этих щеглов больше, много прям. Сюда они редко заходят, но заходят, сейчас почему-то перестали особо заходить. Приметил вечером, в 4 часа вечера у них такой пролет, стая идет оттуда, садится на черешню, садится вот туда ко мне на сливу, и бывает на абрикосу заходит и ловится в западок. Но вот что-то последние дни не балуют они меня особо своим вниманием, эти щеглы. Так, все, я заряжаю и в укрытие. Мы сейчас с вами наблюдаем стремительное таяние снегов. Зима кончается, снег тает, земля напитывается влагой. Будем надеяться, будет хороший урожай. Друзья, снова сработала ловушка. Сейчас я уже ловлю паре с сыном. Здесь у нас сегодня прям синичкин день. Смотрите, синицы атаковали. Две хлопушки, ловушки захлопнулась, синицы. А здесь не сработало, видите? Вернее, ну как, птица не поймалась, успела выскочить. Возможно, толстая синица была. То синиц придется выпустить. Раз синица полетела. И два синица полетела. Так, заряжаем. Сейчас снова зарядим и прячемся в укрытие. Также продолжаем ловить на семечки. Ждем щеглов. Надеемся, еще щегол залетит к нам сегодня. Но что-то целый день ни одного щегла. У нас снова трофей. И снова синица. Объявляю сегодня день синиц. Уже, смотрите, темнеет. Вон там солнце садится, видите? А к нам залетела синица. Но почему-то ни одного щегла. Ребята, помогите, пожалуйста, советом. Что случилось, почему не летят ко мне щеглы? Может быть, щегол начал пароваться? Потому что, помните, крайнее видео, там я поймал пару. Самец и самка вроде как были. Я уже думаю, может быть, они паруются, им уже не до ловли. Не пойму я, в общем, что почему. Но сегодня одни синицы. Так что сегодняшнее видео, наверное, буду заканчивать, потому что солнце садится. А завтра с утра снова начнем ловить. И в надежде на то, что поймаем щегла. Выпускаем синицу. Вот туда они летят, на кустарники. Вон там полетели еще эти. Вон они летают вверху. Не знаю, телефон не видит, наверное, да? Щеглы сейчас 5 штук полетело. И все, сюда не идут. Мои прикормки вон все съедены. Видите, уже снег начинает потихоньку таять. Вернее, где я ходил. А вот там в леске, или как, в лесочке, фазаны собираются и кричат. Прям слышу голос фазана. То плохо видно. Ну, знаю, там фазаны у нас водятся очень много. Все, тогда перезаряжаем и в укрытие. Или как снимаем, завтра продолжим.
Видите, как я тут намотал, чтобы крепко висело, чтобы не перекосило ее влево-вправо. Ну, висит нормально. Продолжаем ловлю на зорьке в ожидании щеглов. Установил западок. Манная птица сегодня снова щегол. Все, идем в укрытие. Сработала ловушка. Сейчас посмотрим, что поймалось. Кто поймался, вернее. О, вот он, долгожданный щегольчик. Один, видите, две в запасе. Сейчас достанем, посмотрим, самец, самка. Друзья, что-то не пойму, какой-то он седой такой весь. Тут, видите, вот голова у него не особо черная. Сейчас я встану, чтобы светлее было. Что-то он на самочку похож, да? А, да, точно самочка. Видите, даже за глаза не особо заходит. Тут четвертик, шестерик, надо посмотреть. Еще не знаю. Вот тут здесь где-то точечки должны быть. 6 точечек, 4 точечки, правильно? Что-то тут нет никаких точечек. Ну, так, поймалась самочка. Немножко подержу в отсадке у себя, вы мне напишите, кто это, самец или самка. Но, по-моему, это стопроцентная самочка. Во-первых, вот эта красная за глаза не заходит. И плюс седые усы на клюв находят. Усы седые, прям очень видно. Не знаю, как в камеру, но мне очень видно. Плечи, к сожалению, показать не могу, рука занята. Тут говорят, продуть подпушье желтое у самцов. Попробуем продуть. Вроде желтого нет ничего. В общем, вот такой трофейчик сегодня с утра поймался. Сейчас заряжу, будем ждать самцов. Еще, думаю, парочку самцов поймаю и, наверное, будем заканчивать сезон ловли. Там период размножения у щеглов начнется. Пускай поруются.